Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам необычные факты о восточноевропейской овчарке. Отличные компаньоны, прекрасные служебные собаки и просто настоящие герои, которые во время Великой Отечественной войны помогли солдатам совершить не один боевой подвиг. Все это о восточноевропейских овчарках. Эти собаки поражают своим высоким интеллектом, хорошими физическими данными и преданностью. В этом выпуске мы расскажем вам необычные факты об этих животных. При угрозе восточноевропейские овчарки могут самостоятельно оценить ситуацию, принять решение о том, как лучше действовать без команды хозяина. Эти собаки умны и самостоятельны. При этом они хорошо поддаются дрессировке. Представители породы умеют отличать своих от чужих. Восточноевропейские овчарки интуитивно чувствуют, когда можно расслабиться и поиграть, а когда лучше быть начеку. Восточноевропейская овчарка считает своим хозяином не того, кто ежедневно подносит ей миску с кормом, а человека, который ее тренирует. Поэтому заниматься дрессировкой питомца необходимо с его самого раннего детства. Без социализации и воспитания восточноевропейские овчарки превращаются в упрямых и неуправляемых домашних животных. Восточноевропейские овчарки плохо чувствуют себя без ежедневных физических нагрузок. Гулять с представителями породы нужно по 1,5-2 часа в день. Специалисты рекомендуют не ограничиваться просто прогулками, а по-настоящему дать питомцу выпустить пар. Для этого можно включить в прогулки полезные активности – буксировку предметов по снегу или песку, гонки за велосипедом, пробежки по мелководью, плавание. Однако важно отметить, что такие активности подойдут только взрослым и здоровым восточноевропейским овчаркам. Щенков и больных собак такие развлечения только травмируют. Восточноевропейские овчарки хорошо чувствуют настроение каждого члена семьи, в которой живут. Эти собаки очень преданные, они отличаются особой привязанностью к своему хозяину. Несмотря на способность перевоплощаться в грозного защитника, хорошо воспитанные представители породы отлично находят контакт с другими домашними животными. Также важно отметить, что восточноевропейские овчарки любят проводить время с детьми. Восточноевропейских овчарок нужно приучать к гигиеническим процедурам с самого раннего детства. В противном случае во взрослом возрасте питомец не даст почистить ему зубы или подстричь когти. Восточноевропейские овчарки не маленькие собаки, поэтому знакомить их с процедурами ухода лучше, когда они еще не достигли пика своего физического развития. Восточноевропейских овчарок часто используют в качестве собак-поводырей. Эти животные хорошо справляются с такой ролью. Они имеют для этого подходящую комплекцию, послушны, умны и могут защитить человека в случае опасности. Восточноевропейские овчарки – герои Великой Отечественной войны. Во время боевых действий эти собаки помогали санитарам, саперам и рядовым солдатам. На Поклонной горе установлен памятник восточноевропейской овчарке. Он является символом всех фронтовых собак, которые доблестно защищали нашу родину. Таковы необычные факты о восточноевропейских овчарках – собаках, которые являются настоящей гордостью отечественной кинологии. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!